Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех тех, кто смотрит нашу трансляцию, всех сотрудников и преподавателей университета, всех гостей и, конечно, тех, кто сегодня в такой по-настоящему необычной обстановке станет магистром Южного федерального университета. Быть магистром – это почетно, это престижно и достойно уважения. У вас есть все основания гордиться своим университетом, история которого дала нашей стране прекрасных специалистов, чьи имена, дела, открытия широко признаны во всем мире. Ассоциация выпускников Южного федерального университета ежегодно пополняется талантливыми, неравнодушными и благодарными своей альма-матер выпускниками. Уверены, что вы продолжите эти славные традиции, приумножите достижения, с благодарностью будете вспоминать своих преподавателей и наставников. В 2020 году наш университет вошел в список 20 лучших университетов страны. И это неудивительно, потому что ЮФУ – это лучшие люди страны. Уважаемые магистры Института радиотехнических систем и управления, с приветственным словом к вам обращается директор института Болдырев Антон Сергеевич. Дорогие выпускники, для нас, сотрудников университета, выпускной всегда вызывает сложные чувства. Это и радость, и грусть. Радость за вас, что вы достигли своей цели – получили диплом магистра Южного федерального университета, ведущего вуза на юге России. Грусть от расставания с вами. Вы вступаете в новый этап жизни. Возможно, уже не будет бессонных ночей перед сессией. Не придется осваивать неподъемный объем информации за одну ночь. Но у вас теперь будет самый строгий экзаменатор – это жизнь. И права на пересдачу уже не будет. Но надеюсь, что знания, полученные в Южном федеральном университете, профессиональные компетенции, навыки и умения – помогут всегда сделать правильный выбор на жизненном пути и обеспечат вам заслуженные карьерные успехи. Желаю вам никогда не останавливаться в своем развитии. И не только в профессиональном смысле, но и в других сферах жизни. В связи с этим, надеюсь, мы прощаемся ненадолго, и со многими из вас мы еще увидимся в стенах нашего университета. В нашем университете-институте много хороших традиций. И одна из них – это ежегодная встреча выпускников. Приезжайте! Мы будем рады вам. Поэтому я говорю вам до свидания, до новых встреч. Друзья, с приветственным словом к вам обращается профессорско-преподавательский состав. Дорогие выпускники, хочу от имени кафедры, от себя лично и от НИИ робототехники и процессов управления поздравить вас с успешным окончанием Южного федерального университета, пожелать вам в дальнейшем профессиональных успехов, пожелать, чтобы вы достигли больших высот, обязательно совершенствуйте свои знания. Вы получили багаж, который будет с вами всю жизнь и который будет вас сопровождать, вы будете его развивать. И я надеюсь, что будете использовать его с максимальной пользой на благо себе, стране, своей семье и близким. Дорогие наши выпускники, сегодняшний день это одна из точек роста вашей жизни. Вы получили диплом, который является результатом многолетнего упорного труда. Вы показали себя как хорошие специалисты, как люди, способные ставить цели и достигать их, преодолевать различные препятствия и отвечать на вызовы, которые ставит перед вами жизнь. Все эти годы рядом с вами были ваши наставники, ваши преподаватели, и в совместном труде та связь, которая родилась, надеюсь, она сохранится долгие годы в ваших сердцах. Я хочу пожелать вам, чтобы ваша жизнь была насыщенной, интересной, чтобы все цели, которые вы ставили, вы могли достигнуть, и вашими результатами вы гордились. Ну, уважаемые магистры, разрешите вас поздравить с очередным дипломом. Надеюсь, что кроме диплома вы получили и необходимые знания, которые позволят вам, скажем так, повысить свой статус, повысить свою карьеру, ну и так далее. Хочется пригласить вас еще и поступать далее в аспирантуру. Хочу сказать, особенно для молодых людей, вот этот период очень важен.
Многие думают, что они сейчас пойдут работать, много денег заработают. На самом деле всех денег не заработаешь. А вот как бы притормозить свою карьеру очень можно, значительно причем. Я думаю, что вот пока есть возможность, пока у некоторых из вас живы родители, и здравствуют, надеюсь, они могут вас поддержать материально, и вы сможете продолжить обучение. Хочу сказать, что это, ну вот, ученая степень – это очень важная ступень для повышение своей карьеры. Ну, по крайней мере, она вам никогда не помешает. Ну и еще хотелось бы пригласить вас работать к нам. У нас большие перспективы, как мне кажется. У нас намечается большой проект с китайцами, там, года на три, в сумме порядка там, ну, от единиц до десятков миллиардов рублей. Ну и, скажем так, много других проектов, на которые бы мы хотели вас пригласить. Нам очень нужны хорошие ребята, знающие. Успехов вам! Дорогие друзья, магистры Южного федерального университета успешны не только в науке и образовании. Также ими покорены высоты бизнеса, политики, общественной деятельности, спорта, творчества. И сейчас вашему вниманию лучшие анимированные творческие силы Южного федерального университета. Уважаемые магистры, с приветственным словом к вам обращается президент Южного федерального университета Марина Александровна Боровская. Дорогие выпускники магистратуры Южного федерального университета, мы с радостью поздравляем вас с тем, что этот профессиональный этап становления в вашей жизни завершен. Но мы хотим сказать, что Южный федеральный университет всегда с радостью ждет вас для того, чтобы продолжить образование, для того, чтобы решить, собственно, те задачи профессионального становления, которые будут перед вами обязательно. Южный федеральный университет очень гордится своими выпускниками. Мы хотим, чтобы и вы имели право гордиться Южным федеральным университетом. Желаю удачи, успехов, процветания, профессионального признания и всего самого наилучшего и счастья в личной жизни. Уважаемые магистры, с приветственным словом к вам обращается ректор Южного федерального университета Инна Константиновна Шевченко. Уважаемые магистры, дорогие выпускники, сегодня у каждого из нас и всего Южного федерального университета особый день, в котором мы традиционно отмечаем выпуск магистров и вручение дипломов об окончании университета. Это большое событие, большая веха жизни, и всегда в нашем университете это по-особому отмечается. Выпускной – один из лучших университетских традиций, и в этом году он проходит проверку временем и новыми вызовами. В условиях пандемии и ограничений, с ней связанных, этот праздник пройдет у нас в онлайн-формате. Но мы старались максимально приблизить его к реальным событиям. Конечно, нам не хватает человеческого общения, рукопожатия, радостных глаз выпускников, их родителей, членов семьи и всего нашего большого университета. В последнее время мы много работали над тем, чтобы совершенствовать цифровые возможности и обеспечить окончание вами нашего университета, освоение всех образовательных программ и в новых условиях, чтобы вы смогли успешно пройти квалификационные испытания. И вот они закончились. И сегодняшний день наступил. И, конечно, у нас, несмотря ни на что, всегда есть прекрасные поводы и основания, чтобы гордиться
собой, нашим университетом, а гордимся мы нашими выпускниками. Вы с полным правом считаете себя высококвалифицированными специалистами, для которых прекрасное и престижное образование, полученное в Южном федеральном университете, становится путевкой в новую профессиональную жизнь и залогом карьерного и профессионального жизненного успеха. Теперь перед вами открыто множество дорог. Вы можете продолжить обучение, заняться наукой, и тогда, возможно, ваша жизнь будет связана с нашим университетом или с другой научной организацией или университетом в России и в мире. Или найдете себя в профессиональной жизни, дорогу в которой открыла учеба в университете. Но всегда окончание университета – это новые возможности. Я желаю, чтобы они не прошли в вашей жизни мимо вас. Но всегда помните о том, что университет закончить нельзя. С ним можно только расстаться на время. И пусть время обучения в Южном федеральном университете станет одной из самых ярких страниц вашей профессиональной и творческой биографии. Уверена, что вы продолжите славные традиции «Альма-Матер», приумножите ее достижения, с благодарностью будете вспоминать своих одноклассников и своих учителей. И всегда успехи и в мыслях, и в задачах вы будете возвращаться за свою парту, в аудиторию, в свою группу, среди своих друзей. Сейчас вы вступаете в жизнь, где потребуются все знания и компетенции, которые вы получили в университете, а может быть, которые еще нужно получить. Важно, чтобы у вас сохранялось желание и уверенность идти вперед, добиваться новых успехов, ставить перед собой новые задачи и быть успешными. Именно успехи ваши являются залогом будущего успеха и процветания нашего университета. Дерзайте! Успехов вам и свершений! Учитесь, трудитесь, любите себя, свою семью, свою страну. Счастья вам, здоровья, благополучия и удачи во всем. Ну а теперь мы переходим к вручению долгожданных дипломов. Ну а сейчас мы переходим к самому волнительному моменту – вручению дипломов магистрам Южного федерального университета. Для получения дипломов с отличием на сцену приглашается Абакумов Михаил Александрович, Абрамова Ольга Владимировна, Азаренко Борис Павлович, Бабаев Эдуард Владимирович, Белоусов Павел Олегович, Богатырев Никита Сергеевич, Бутенко Максим Юрьевич, Витарович Виктория Викторовна, Ефимова Оксана Николаевна, Картавый Александр Геннадьевич, Ковалев Дмитрий Сергеевич, Косенко Илья Александрович, Кратенко Владислав Владимирович, Малафеева Юлия Александровна, Мигалин Михаил Михайлович, Мирошниченко Руслан Александрович, Мирошниченко Александр Евгеньевич, Можайцев Виталий Павлович, Понижан Ирина Евгеньевна,
Понимаш Захар Алексеевич. Пыдык Вадим Вадимович. Север Константин Олегович. Спиридонова Анна Вячеславовна. Тамбиев Азнаур Магомед Аминович. Торшин Сергей Сергеевич. Трегубов Петр Викторович. Федоров Никита Владимирович. Чернявский Николай Сергеевич. Шеверда Дмитрий Александрович. Шрамко Антон Алексеевич. Для получения диплома магистра на сцену приглашается Беляев Павел Сергеевич, Волков Владислав Александрович, Вальхин Андрей Андреевич, Галкин Дмитрий Юрьевич, Гужва Дмитрий Александрович, Денисов Андрей Александрович, Джанчеров Рафаэль Нуралиевич, Диденко Руслан Сергеевич, Дронь Кирилл Сергеевич, Жилин Александр Андреевич, Кузьмин Владислав Сергеевич, Лащев Андрей Александрович, Мирошниченко Максим Евгеньевич, Акуневич Константин Александрович, Панасенко Алексей Николаевич, Попов Глеб Андреевич, Раменский Евгений Валентинович, Садаков Константин Владиславович, Селезнев Виталий Владимирович, Скрипник Кирилл Васильевич, Терещенко Алексей Романович, Шарыгин Кирилл Алексеевич, Шахбанов Руслан Абдулкадирович, Шматок Константин Сергеевич, Щепилов Илья Сергеевич,
Осталось несколько мгновений до того, как вы станете полноправными магистрами. Остался последний ритуал. Настало время открыть себя новому пути и навсегда связать всех нас крепкими узами дружбы выпускников «Альма-Матер». На счет три мы подбросим шапочки конфедератки в небо и откроем новый этап нашей жизни. И все это под звуки всемирного гимна студенчества. Считаем вместе. Раз, два, три. Ура магистрам Южного федерального университета! Ура лучшим людям страны! Эмоции, чувства поет душа.